Давно соплю. Добрый вечер. Я психотерапевт Александр Данилин. И не знаю, стоит ли озвучивать какие-то внутренние мои размышления. Впрочем, об озвучивании. Я хочу напомнить всем, что в понедельник мы начинаем новый цикл маленьких спектаклей в программе «Серебряные нити», на сей раз в очном формате. В понедельник в 19:00 20 мая я жду всех желающих на открытие продвинутого курса самовнушения и самогипноза. Занимаемся мы там буквально этим. Мы занимаемся именно самовнушением, а вовсе не медитацией. Мы учимся ставить перед собой задачи и находить внутренние силы для того, чтобы их решать. А главной задачей этого курса будет умение менять в лучшую сторону свои реакции на мир, окружающих людей и жизненные обстоятельства. Как-то, наверное, сейчас особенно важно научиться гармонично взаимодействовать с миром, тем более, что большинство из нас, в общем, находится в равном положении. Поэтому приходите в понедельник, 20 мая, в 19:00, я вас жду. Адрес можно узнать по телефону, который будет внизу на бегущей строке, ну и, конечно, на главной странице сайта «Серебряные нити». Есть объявления, все выходные данные и все, что вам может понадобиться для того, чтобы прийти на этот курс. Вот, напомню, с вашего позволения, еще в конце, о сомнении и колебания мои опять связаны все с тем же. Они связаны с тем, стоит ли делиться и разговаривать о чем-то очень внутреннем, о своих предчувствиях и ожиданиях. Ну, в общем, я в последнее время часто бываю в театре. Почему? Потому что, как мне кажется, главные события, культурные события, которые, в общем, события духовной жизни, сейчас, как когда-то в моей юности, происходят именно там. Почему? Не знаю почему. Но если вы задумаетесь о том, какие события, потрясшие нашу душу, наш духовный мир, произошли в культуре, в сфере культуры, не в политике, а именно в культуре, то вы поймете, что, ну, в кино, наверное, глобально, из отечественных событий можно говорить только о Звягинцеве, который, ну, теперь, как мне кажется, все равно поет какую-то одну свою звягинцевскую песню из фильма в фильм. В литературе, ну, опять, наверное, я многого не знаю, но из событий, которых знают все, из людей событий, можно назвать, наверное, только Пелевина, по большей части, потому что, как бы, других имен и начала 21 века для меня, по крайней мере, для меня не породило. Если вы такие имена знаете, простите меня, пожалуйста, и давайте подчеркну, что мнение мое субъективно, как и вся эта программа. Она субъективна, и никуда от этого не денешься. Больше всего событий происходит в театре. Ну, наверное, потому, что
несмотря на все приходящие обстоятельства, он менее массовое искусство, и поэтому традиционно в нашей стране он менее забюрократизирован, меньше зависит от государственных грантов, контроля чиновников, ну, по крайней мере, пока, как-то меньше. Поэтому театральных событий разного рода было много. Ну, достаточно вспомнить, не знаю, Римаса Туминаса, который, в общем, такое сплошное и очень театральное событие, и которого, конечно, можно и нужно смотреть. Ну, проблема, наверное, в том, что я же психиатр, и поэтому я пытаюсь смотреть разное. И мне в голову приходят разные мысли, и время от времени наступают сомнения именно эти, стоит ли ими делиться. Ну, наверное, раз я говорю, я решил, что все-таки стоит. И есть какие-то разговоры, которые могут оказаться важными не только для меня. Ну вот, я специально говорю, ну, скажем так, не о самых свежих событиях, а о том, что в театре меня волнует. В конце прошлого года, вы знаете, наверное, Марк Захаров снял, наконец, под вежливым предлогом, в театре Ленинского комсомола спектакль «Князь» господина Богомолова. И это своего рода событие. Я имею в виду то, что Захаров как-то опомнился и этот спектакль снял. Нет, я досмотрел до конца. И хотя примерно это забавно наблюдать, примерно половина публики в первом же антракте уходит и, по-моему, делает это бегом. Вот, и я досидел, хотя желание встать и побежать за ними у меня, в общем, было. И я вот с ноября прошлого года думаю, какой этот спектакль, почему этот спектакль произвел у меня такое впечатление, и почему я не ушел, и чего я во всем этом нашел. Ну, конечно же, я не буду пересказывать ни один из спектаклей, о котором я говорю, но все-таки вы, наверное, что-то читали или краем глаза слышали. Все начинается с того, что князь по фамилии Тьмышкин, которого играет сам Константин Богомолов, проходит пограничный контроль. На заднике вы, там просто бетонная стена, вы видите титр. Князь Тьмышкин возвращается домой из Трансильвании. Больше этому нет никаких свидетельств, но мысль о вампире как-то сама собой приходит вам в голову, и никуда от нее не денешься. Ну, и там множество всяких разных замечательных моментов, когда князь, видимо, Тьмышкин в исполнении Константина Богомолова произносит знаменитую фразу: «Я вас люблю, но не любовью, а жалостью». Настасья Филипповна,
Вот эта прекрасная пара. Настасья Филипповна отвечает ему замечательной фразой: «Херня какая-то». Ну, а ближе к финалу спектакля вы выясняете, что герой оказывается не только Мышкиным, но и Ставрогиным из «Бесов». И знаменитую жуткую историю о соблазненной Ставрогиным девочке князь Мышкин, Ильич Мышкин, рассказывает Рогожину. В общем, он на самом деле, конечно, не рассказывает, он вручает ему, Рогожину, вот Збруев, уже убившему до этого Настасью Филипповну, свои письменные показания, и тот читает их вслух. Ну, в общем, это такой спектакль, весь посвященный унижению детей и как бы педофилии, которым педофилом, несомненно, оказывается князь Мышкин, и оказывается он педофилом по тексту Томаса Манна, по тексту «Смерти в Венеции». Как бы это импровизация, произвольная композиция, которая главным образом состоит из фрагментов «Идиота», но к ним добавлены куски «Бесов», «Братьев Карамазовых», «Братьев Карамазовых» и «Смерти в Венеции» Томаса Манна. Вот. Из каждой книжки взяты темы, так или иначе связанные с насилием над детьми. Депутат Ашенбах, прости господи, встречается с тайским мальчиком на пляже. История умирающего Ильюши Снегирева. Ну и, конечно же, воспоминания Ставрогина из «Бесов» об удавившейся после встречи с ним девочке. Впечатление все это оставляет мерзейшее. Ну, я поздно рассказываю, это уже не имеет никакого значения. Это уже произошедшее культурное событие, но как-то Александр Минкин буквально задохнувшийся от возмущения и омерзения назвал это дело беспросветной мерзостью и в общем, в чем-то он, несомненно, прав. Давайте я процитирую Минкина. «Текст, звучащий со сцены, не Достоевского. Такое могла бы смастерить волшебная сказочная крыса, смертельный враг геройского Буратино. Она разгрызла роман, притащила куски на сцену, кое-как слепила. Идею Достоевского она или не поняла, или потеряла, или сознательно отбросила, ибо бессильно воплотить. Зато вставила похабщину и все паскудство, которое смогла найти». В общем, как-то так. Но что-то кроме паскудства во мне все время бродило. Дело в том, что я смотрел много спектаклей Константина Богомолова. И все пытался понять, почему же эта фигура становится такой популярной. И понял удивительную для себя вещь. Ну, с моей субъективной точки зрения, человек абсолютно бездарен. Как бы он что-то такое лепит, а критика потом что-то в этом ищет.
Ну, например, вызов, необходимость для зрителя сконцентрироваться и понять, какие куски откуда он слышит. Люди, написала Анна Гордеева на ленте.ру, она написала что это спектакль про людей, бессмысленно обходящихся со своей жизнью. А важной чертой отечественного инфантилизма Богомолов считает чрезмерное доверие к литературе, в которую прятаться можно прятаться и ничего не делать с реальной жизнью. Цитирую, персонально достается Булату Акуджаве. Его песня переиначивается с рефреном «А муха летит». Вы видели муху, я уж больше не буду ее показывать. А на сцене и затем над ней все время висит трогательный до омерзения голубой шарик. Конечно, один из обвиняемых сам Достоевский. Ну, как бы Достоевский в чем-то перед Богомоловым провинился. Я уж не говорю о Томасе Мане. Я понимаю с трудом. Я с трудом понимаю, почему мне... Почему я говорю о бездарности, и почему меня все это заставило задуматься и думать довольно долго. Наверное, ну, главное, конечно, всегда и всюду супергеройство, которое вот журналист, например, находит в спектакле Богомолова. Главное, что Богомолов, конечно, чувствует, что он понимает жизнь, человеческие чувства и человеческую гадость лучше, не знаю, глубже, чем ее понимал Достоевский, потому что это как обходиться с Федором Михайловичем и с Томасом Манном, собственно, тоже. Это как бы, конечно, означает чувствовать себя выше, умнее, сильнее. Обвинять прямо или косвенно их в чем-то. Никакого обвинения на самом деле нет. Для меня в этом есть предельно простое ощущение. Как бы people хавает педофилию, в гугле можно найти, насилие, вампиров. Почему бы не накормить people этим делом, ну, для интереса, нарвав куски из разных произведений Достоевского вне контекста и разбавив еще гомосексуализмом Томаса Манна, усилив при этом оттенок педофилии собственными средствами. Почему бы нет? Вот что меня пугает. Дело не в... Давайте сразу поговорим, ну, сразу о том, что... Кто приходит на спектакль? К сожалению, это публика, которая ни одного из перечисленных романов
не читала, и «Смерть Венеции» Лукино Висконти, один из самых гениальных фильмов, которые я видел в своей жизни, не смотрела. И, в общем, people, который остался в зале, не сбежал. Не театральный people. Он, скорее всего, схавает светлую мысль о том, что Достоевский и Томас Манн на самом деле были педофилами. Ну, или что-нибудь в этом роде, если вообще подумает про что-нибудь, а просто не испугается генерала, убийцы и насильника. Может, в этом цель? Напугать генералом? Да, вечный вопрос фильмов о Ленине. Надо ли бояться человека с ружьем? Ну, в общем, нас генералами не напугаешь, мы их и так боимся. Ну, в общем, нормально. Стрёмно, скажет зритель. Я даже слышал, когда выходил из театра, это здорово, стрёмно. Правда непонятно. Все рождается из этого, из коротких фраз. Здорово, стрёмно, как-то непонятно. Но я же не просто плююсь. Не только журналистку, которую я цитировал, меня же тоже зацепило. И я пытаюсь для себя понять, что и как меня-то зацепило. Вот другой спектакль. О котором, наверное, тоже сейчас нельзя говорить в суе, потому что я вот не помню. В общем, именно по поводу этого спектакля арестовали бывшего директора Гоголь-центра и бывшего генерального продюсера седьмой студии Алексея Малобродского. Как бы его обвиняют в хищении бюджетных средств, ушедших ровно на этот спектакль «Сон в летнюю ночь». И поэтому это общая тема в интернете при обсуждении спектакля Кирилла Серебренникова «Сон в летнюю ночь». Это общая тема, существующий этот спектакль или несуществующий. Вы смотрели несуществующий спектакль. Я в эти дебри не полезу. Я лично от спектакля получил огромное удовольствие. И если бы, наверное, не это ощущение того, что по-прежнему в зрительном зале продвинутый, достаточно молодой, в отличие от меня, старой перечницы, зритель, который «Сон в летнюю ночь» тотально не читал. И поэтому не очень понимает, что происходит. Для этого указанный в программке спектакль существует, указанный в программке как драматург. Олег Печейкин перед спектаклем читает длительную лекцию, еще больше запутывающую зрителя, который спектакль который пьесу Шекспира не читал. Лекция эта неплохая, я ее послушал.
Она, правда, психоаналитическая, и о том, что сейчас будет происходить в спектакле, решительно ничего не рассказывает. Ну, мне эта лекция была неинтересна, потому что я, в общем, как-то и так это понимаю, то, что рассказывалось в лекции. А зрителю это было неинтересно явно, потому что сложно. Как бы не про театр, не про шоу. Ну, впрочем, это личное дело зрителя, драматургов. И, в общем, скажу вам честно, спектакль мне очень понравился. Он существует. Была некоторая у Серебренникова блестящая идея. Не знаю даже, с чего начать. Была у Серебренникова блестящая идея в этом спектакле. Он как бы разделен на 4 истории. Я, правда, не знаю, так и не понял, как назвать 3-ю. Ну, одна из них – история богов, вторая забыл вторую уже. Поэтому и забыл. Вторую они назвали «Историей людей». Третья история – «Кабинет психоаналитика». Давайте я ее так назову. И четвертая история – это «История рабочих». Ну, это как бы часть «Сна в летнюю ночь», где у него актеры репетируют, у Шекспира актеры репетируют миф о Пираме и Фисбе. И в «Истории рабочих» показана такая репетиция, когда простые рабочие пытаются разыграть эту историю о Пираме и Фисбе. «История богов» – это история о любви Оберона и Титании, которые, когда гневались, ставили под угрозу весь земной шар. Вот, и там, наверное, вы помните, Оберон превращает человека в осла и заставляет пиранью влюбиться в этого осла. Во второй части, это такая замечательная у Шекспира любовника, история афинских любовников, которую Серебренников превратил в историю такого слегка пьяного выпускного школьного бала. И про что история? Про то, как... Ну, там две пары. И во второй паре каждый влюблен в члена первой пары, который его не любит. А боги переставляют их местами. Это... такая блестящая буфонада, ничего по этому поводу сказать нельзя. Самое страшное для меня было в третьей части, наверное, с которой это все первая часть, это вот человека переделывают боги в осла буквально молотком. Интересно, да, вот эта конструкция центральная, из двух актов, вы наблюдаете все это через такие порой чистые, порой мутные окна некого старого дома, в котором все это происходит, и это тоже, правда, очень здорово. Беда для меня наступила вот в акте
психоаналитиков. Проблема в том, что тот самый драматург Валерий Печейкин написал, по сути, такую самостоятельную пьесу, которая состоит отчасти из шекспировских диалогов Тесея и Ипполита, отчасти из диалогов, написанных самим Печейкиным, и отчасти из, видимо, насколько я смог уловить, отчасти в эти диалоги вставлены еще и диалоги из «Укрощения строптивой» того же Вильяма нашего Шекспира. Заканчивается все это действо совершенно потрясающей, свращающейся сценой, мистерии, связанной с постановкой мифа о пираме и Фисбе, куда включаются совершенно ослепительные ламентации «Ламенты della Нинфа» Клаудио Монтеверди, которые потрясающе записаны, потрясающе спеты. И, в общем, все это замечательно. И этот, за этот прощальный аккорд я могу все простить. Если бы не одна проблема. Человеку, который Монтеверди не слышал, «Сон в летнюю ночь» не читал, а «Сон в летнюю ночь» очень непростая штука. Она внутренне очень музыкальная и ужасно гармоничная. Ну, как весь Шекспир, на самом деле. И поэтому я вышел, получив колоссальное удовольствие, и остался в полном недоумении, потому что как кость в горле в середине вот этого представления у меня, вдобавок к тому, что я думал о том, что и говорили зрители вокруг, о том, что это так здорово, вот про Богомолова говорили, это такое говно, только непонятно про что. А тут все говорили, это так здорово, только непонятно про что. А у меня застрял как кость в горле Печейкин. Потому что, понимаете, я так и не понял, для чего нужно было в текст Шекспира вставлять текст юного Печейкина. Нет-нет, я не знаком глобально с творчеством господина Печейкина, совершенно не хочу его обидеть. Просто, этот текст, написанный неизвестно кем, я тогда не разобрался, что это, кто писал этот текст, когда смотрел спектакль. Что этот текст, написанный решительно мне неизвестно кем, он как кость выпирал из всего шекспировского, из всей шекспировской игры и недоумения таким своим, я даже не знаю, говорком, что ли, таким диалогом троечника, который как нож меж ребра мне воткнули в третьей этой истории. Там же из зала в зал переходит. Нет, я не знаю взаимоотношений Печейкина с седьмой студией, Серебренниковым. Вообще считаю Серебренникова, в отличие от Богомолова, талантливым человеком. Но это снова то же самое. Я умнее Шекспира, тоньше, умнее, и я могу
как бы делать с ним, что хочу. Потому что я знаю, чего нашему зрителю надо. Нашему зрителю надо про отношения наших мужиков и баб, и это надо как-то по-печейкински плоско, обязательно даже в самую красивую претензию на мистерию как-то втиндюрить. Иначе это будет несовременно. Ну, в общем, как-то после Богомолова даже хочется сказать спасибо, что это Печейкин, а не изуродованный Томас Манн. Вот. Игра, кстати говоря, актеров вот бывшей седьмой студии в основном, она блестящая, и никаких тут даже не то что претензий, а если вдруг кто-то увидит, спасибо вам большое, ребят. Вот. Я про саму идею. Другую непонятно, но здорово. И я подумал, почему у меня все это застряло. Я подумал, что на самом деле сегодня существующий театр показывает мне, что такое конец света. Не апокалипсис, не мировая катастрофа, а моя личная, субъективная катастрофа, с которой я, катастрофа с моим восприятием людей, с которой я не знаю, что делать. Я, наверное, эти спектакли довершили вот эту постоянно разжевываемую, вымаю мной мысль плотина. Я ее уже воспроизводил недавно. Индивидуальное сознание возникает на пределе сущего. То есть на пределе бытия, на пределе существования. Индивидуальное – это то место, где сущее сталкивается с несущим, с несуществованием. И спектакли эти, и подобные им, я уж других перечислять не буду, долго, они как-то наталкивают меня на попытку понять, где же это, как прекращается бытие сущего. То есть, чего-то для меня внутренне подлинного. Говоря попросту, и в общем совсем не попросту, потому что в русской иконе это так, и в русской культуре традиционной, русской, не советской, это так. И в общем где-то в нашем сознании и в нашем бессознательном это тоже так. Вот это самое сущее мы воспринимаем как свет, а несущее как тьму. И где-то в какой-то момент происходит столкновение света со тьмой, которое вообще-то должно продолжиться, да, победой света, потому что тьма – это всего лишь отсутствие света. Но здесь при столкновении света и тьмы вдруг образуются какие-то формы, которые есть индивидуальность. И вдруг я понял, что Богомолов, Серебренникова мне показывают, как
эти формы самоуничтожаются, или что такое победа тьмы, как тьма становится некой самодостаточной энергией. Все ведь очень просто. Я в данном случае имею в виду метафоры, конечно. Я имею в виду, что некий Достоевский устойчиво распространяет свет. Ну, ничего же нет такого страшного или мистического в словах «свет Достоевского». Или «свет» Томаса Манна. Что нужно сделать, чтобы этот свет погас, а на его месте возникло что-то другое? Нужно вклинить в Достоевского что-то совершенно ему несвойственное и сказать: это Достоевский. Только тогда Достоевский погаснет. Я сложно рассуждаю, наверное. Это психодинамика. Как погасить Достоевского? Нужно впихнуть в него самые отвратительные моменты Томаса Манна и сказать: это Достоевский, это идиот. Вы что думали? Вот он какой на самом-то деле. Или нужно взять Шекспира, сказать в лекции, что это одна из самых гармоничных вещей, в подлинности одна из самых гармоничных его трагедий, комедий, в подлинности которой никто не сомневается, и впихнуть туда под ребра Печейкина и сказать, и не написать этого. Написать там в авторах Шекспир и Серебренников. Ну ладно, это куда ни шло. Но ведь на самом-то деле Шекспир и Печейкин, хотя и Шекспир, и Серебренников, на мой взгляд, простите, недопустимо. Да, существовал ли Шекспир и существует ли Серебренников? Интересный вопрос. Как бы достаточно сказать, вот это вот, вот запутать. Ставить Печейкина в Шекспира так, чтобы никто не догадался, что это не Шекспир, а Печейкин. И сказать: вот, ребята, Шекспир. На этом Шекспир гаснет. Потому что становится все равно, где Шекспир, а где Печейкин. А тем, кто Шекспира не читал, и после даже представление, в котором он ничего не понял, не будет. Не будет просто потому, что в конце прекрасная мистерия, все кончается оргазмом, с юмором, шутками и мадригалами. Все, зашибись. Все довольны и расходятся по домам. Где-то бессознательным, считая, что... Точнее, не в бессознательном, а в предсознании. Где-то там считаю, что Шекспир и Печейкин – это одно и то же, поскольку в титрах не указано. Или что князь Мышкин был педофилом. Ну, достаточно, наверное, сказать, что Мышкин – это же продолжение истории у Достоевского. Это же, в общем, такое... Самое буквальное для него воплощение Христа, он же этого не скрывал, он же об этом писал в дневнике писателя. Это как бы, да, ненужность Христа в том обществе, в котором оказывается князь. То ли вампир, то ли педофил. Вот, оказывается, блин, вот какой
Достоевский. Вот что в нем можно увидеть. Это он, говнюк, виноват, что мы такие пассивные. Не, ну, во-первых, винить в этом Достоевского никак нельзя. Еще, может быть, продолжим разговор про сказки, там поговорим. А вот поскольку Достоевский-то, наоборот, звал к восстанию духа, к активности, к тому, чтобы человек начинал бороться с бесами и вокруг, и в себе, он совсем не пассивный Достоевский. Впрочем, не о Достоевском я сейчас. Вот что такое конец света. В некотором внутреннем, не во внешнем значении разрушений городов, земель и всего остального, а во внутреннем человеческом значении, когда мы берем какой-то свет. Это, между прочим, так напугало отца Иоанна Кронштадтского во «Льве Толстом». Я когда-то говорил об этом давно, по-моему, это был один из первых после закрытия программы «Серебряные нити» эфиров на Ютубе. Я даже не знаю, есть он у нас там в архиве или нет. Ну, что сделал Толстой с Евангелием? В этом своем знаменитом, которое мы точно не читали, соединении, переводе и исследовании четырех Евангелий. Есть у него такая работа. Вот. Ну, он просто повыкинул все, что ему, Толстому, казалось ненужным, лишним, как бы надуманным в Новом Завете, а оставил только как бы моральный императив. И Кронштадтский тогда писал и говорил о том, что это останавливает свет Евангелия. И это да. Так, потому что это такой страшный момент. Лев Толстой, он был человеком замечательным, потрясающим. Я его обожаю. Но он был напрочь лишен мистического чувства. Знаете, он был такой прагматик, как нынешние наши вот новые русские. Ну, только, конечно, не в добыче денег, понятно. Ну, не умел он этого всего. И в какой-то момент ощутил себя, наверное, выше Христа, потому что, как бы, ну, с иными какими-то внутренними установлениями кусков текста не выкидывают. Вот. Это сокращенное изложение «Войны и мира», которое можно прочесть за 7 минут, это вот ему месть Льву Толстому. Потому что есть вещи, которые действительно прекращают свет, потому что из них ты произвольно выкидываешь или в них вставляешь. Свое толстовское. Был такой в конце 19 века замечательный русский правовед, философ Борис Николаевич Чичерин. Вот. Его считали своим предшественником, философ Соловьев. Вообще, это был человек, который задал направление всему тому, что мы называем русской религиозной философией. А в общем,
кроме русской религиозной философии, никакой другой русской философии и не было. Был только Владимир Ильич, ну, его очень трудно назвать философом. Сейчас не будем об этом, хорошо? Ну, вот не было ее. Бориса Николаевича было бы очень недурно знать не только, там, не знаю, господину Печейкину, но и вообще его недурно было бы вспомнить, потому что это был человек, полностью соответствующий нашему времени в его конкретных проблемах. Он был консерватором, государственником, категорическим противником любой революционной деятельности и человеком, который при этом был законченным либералом. То есть он считал, что в России должна существовать форма оригинального при государстве демократического самоуправления и пытался подробнейшим образом объяснить, как это можно сделать, как можно построить корректную демократию при сильном государстве. Написал об этом несколько книг. Такой либерал-консерватор, ровно посередине. Ну, в общем, ладно, все равно его сейчас никто читать не будет из тех, кто уже сложил оригинальную русскую демократию. Вот. Как бы, а жаль, потому что это же не секретные и даже, в общем, по-моему, никогда не запрещавшиеся книги. Так вот, он первым считал следом за Гегелем, что существует некоторый абсолют, Бог. Он называл его абсолютом в чисто гегельянском стиле, который направляет процесс развития мира и человечества. И при этом свобода человеческая свое значение сохраняет, так как человек изначально причастен к абсолюту. Он одновременно, этот самый мы с вами человек, конечен и бесконечен. И разум – это форма абсолютного духа. А, ну, самый главный из наук, он считал, Чичерин, метафизику истории, исследуя его указаниям и его памяти, как раз и Николай Бердяев, и Лоский написали свои книги о смысле истории, о смысле исторического процесса. Вот Борис Николаевич задал эту идею, эту мысль. Вот, в историческом процессе, в тех ситуациях, которые он выдает на гора, философ-метафизик обнаруживает внутреннюю логику развития идей. И поэтому история человеческой мысли вообще имеет колоссальное значение, что, собственно, я и пытаюсь, ничтоже сумняшись, доказать время от времени, вспоминая о таких фигурах, как Борис Николаевич Чичерин. Да, ну, он в 1904 году умер. Просьба не путать с наркомом иностранных дел в советском правительстве. Вот. А вот это, собственно, так выраженная через абсолют идея, и есть главная идея русской мысли, русской иконы, русской живописи. Как бы эта идея того, что все события имеют свой смысл, того, что мы все связаны с друг с другом, того, что мы составляем собой, представляем собой некое единство, и когда мы начинаем дробить свет друг друга, это как раз и есть конец света. Именно эту идею развивала русская философия. Она в таком своем первичном, окончательном виде была сформулирована именно Борисом Николаевичем Чичериным в середине XIX века.
1857, если быть точным. Вот и про что я? Про то, что на самом деле есть люди, которые эту идею ненавидят, потому что она мешает очень отбирать у ближнего своего деньги. Или мешает кричать «people's have it», потому что возвращает слову «совесть» его давнее значение. Видите, все это высокие слова. Но на самом деле страшная беда, что мы как бы остались без высоких слов. Остались мы вот с этим, с педофилией, которую схавает people. И с Печейкиным, который, конечно же, имеет право дописывать диалоги Шекспира. И это такие знаки души во тьме, о которых мне и хотелось поговорить. Я понимаю, наверное, были перебои, и вообще эфир, да, будет трудно пересматривать. Но зато, может быть, те, кто посмотрел, что-то услышал. Мне всегда казалось, что, вы знаете, что-то всегда не получается с теми эфирами, которые для меня имеют какое-то особо большое значение. Ну вот, спасибо, если вы смогли это дослушать. И спокойной ночи. Напомню, в понедельник 20 мая, ближайший понедельник, в 19:00 мы начинаем занятия цикла внутренних спектаклей, посвященных умению человека регулировать отношения с самим собой и с миром. Мы будем заниматься разными эффективными приемами самовнушения. Все, спасибо, спокойной ночи.